Американский писатель и ученый-филолог Дэниел Кис начал свою творческую карьеру в качестве редактора одного из журналов, которым руководил легендарный Стэн Ли. Первым опубликованным произведением Дэниела стал «Прецедент», напечатанный в 1952-м. Семью годами позже в свет вышел рассказ «Цветы для Элджернона». Он и принес автору мировую известность. Но самая обсуждаемая книга Киза – безусловно, документальный роман «Таинственная история Билли Миллигана». Именно о нем нам расскажет преподаватель журналистики детской школы искусств номер 2 Юлия Богоносцева. Я вообще люблю книги, главные герои которых, ну, по сути, наши с вами современники и реальные люди, о которых можно найти что-то в интернете, просто почитать документальную литературу. Как раз вот Билли Миллиган, он является таким персонажем, он наш с вами современник, ну, вот можно сказать, что скончался он только в 2014 году. И книга необычная. Книга необычная, она меня привлекла своим содержанием. Билли Миллиган попросил Дэниела Киза написать его историю для того, чтобы как можно больше людей узнали о его болезни и просто узнали о нем. Уильям Миллиган, то есть Билли, да, вот если сокращенно, он уникальный персонаж и в мире литературы, в мире вообще, наверное, психиатрии, если брать, потому что он единственный человек в истории Соединенных Штатов Америки, которому удалось избежать наказания, то есть тюрьмы, из-за диагноза, ну, психиатрического диагноза. В сознании Билли уживались 24 совершенно автономных и самостоятельных личности. То есть 10 из них были основные, и получается 13, ну, нежелательные. Вот. Еще была личность учителя, которая представляла собой симбиоз всех остальных, которая помнила историю возникновения, историю, так скажем, рождения каждой личности и помнила все события, которые происходили вот именно с Билли на протяжении всей жизни. На первый взгляд кажется, что это просто жизнеописание, может быть, не самого обычного человека. Но если копнуть поглубже, то становится понятно, что это касается нас всех. А самая главная тема – это любовь родителей. В данном случае ее отсутствие. Особенно материнской любви. И именно это и послужило толчком для того, что цельная личность Билли вот раскололась на 24 осколка. И всю свою оставшуюся жизнь, получается, он пытался найти это, эту любовь родительскую, которую он недополучил в детстве. Но это не всегда увенчалось успехом, потому что он выпадал, вот в силу своей особенности, он выпадал из реальности и просто не мог все это воспринимать должным образом. Я убеждена, что как таковой вины именно Билли в совершенных им преступлениях нет. И если подумать, а далеко ли мы ушли от того же самого Билли, так ли сильно мы отличаемся, находясь под сильными эмоциями, да, радости, печали, депрессии, может быть. Поскольку в книге поднимаются достаточно тяжелые и сложные темы, психологические, даже, может быть, медицинские где-то, то, наверное, вот я рекомендую почитать ее в более таком сознательном возрасте. Она будет интересна к прочтению для любого возраста, но осознанно и какой-то анализ произойдет более глубокий именно по взрослым. И самое вот главное, вот как я для себя вывела из содержания, такой рефрен, который, наверное, каждого из нас касается, это «Обними своего ребенка вот именно сейчас. Это не больно». «Я урод. Недоделка. Ошибка природы. Все мы ненавидим эту больницу, но именно здесь нам и место. Нас не очень хорошо приняли, правда? Рейджин положит этому конец. Он просто обязан. Он сказал, что если молчать, но никому не нанесешь вреда, ни снаружи, ни изнутри. Никто нас ни в чем не обвинит. Рейджин лишил нас слуха. Мы переведем наше внимание вовнутрь, обеспечив полную блокировку. Мы отключимся от внешнего мира и будем спокойно жить в собственном. Мы знаем, что мир без боли – это мир без чувств. Но мир без чувств – это мир без боли». Дэниел Кис. «Таинственная история Билли Миллигана». Рекомендую.